Детская площадка, парковка, зоны отдыха. Глава городского поселения Щелково Александр Шалыгин посмотрел, как реализуется программа комплексного благоустройства дворов. В выездном совещании также приняла участие представитель службы озеленения территории и благоустройства города. Сейчас активно ведутся работы по 8 площадкам. Через неделю-две выходят остальные подрядчики, заключены уже контракты, работы будут вестись. И работы должны закончены быть до 1 августа 2016 года. В рамках комплексного благоустройства во дворах должны появиться современные игровые формы с резиновым покрытием, парковки и парковочные карманы, тротуары, скамейки и освещение. В ходе выездного совещания Александр Шалыгин осмотрел несколько дворов в микрорайоне Чкаловский, а также в центре Щелково. Увиденным остался доволен. По сравнению с прошлым годом, я считаю, что уровень производимых работ он вырос. Вот, в этом году все своевременно. Поэтому я надеюсь, что жители будут довольны тем благоустройством, которое проведено в их дворах. Лично я, как гражданин, как житель, я удовлетворен тем, что я сегодня увидел. Где продаются предновые?